Еще раз до нас информацию, каких игроков хочет видеть сборная в своих составах, на что сделать акцент в тренировочных занятиях. Вот в этом, наверное, скажем так, самое главное, то, что сегодня было у нас на встрече. Командой до этого, поэтому я, в принципе, знаю многих ребят и еще раз убедился в том, что здесь собраны достаточно хорошие, качественные футболисты и с хорошим потенциалом, и дай бог, чтобы они себя хорошо проявляли в игре за клуб и будут попадать в юношескую сборную.